Друзья, ну собственно вот он, этот автомобиль, новинка авторынка, я даже не знаю, как его назвать, супербас, это король минивэнов, и это Toyota Wildfire. Toyota Wildfire, машина 2018 года. Еще раз пройдем по кругу, посмотрите просто на внешний вид. Автомобиль продается, цена его в районе 3 миллионов, по-моему, чуть подешевле, он есть на дроме. Я даже не знаю, как его назвать. Вы посмотрите, вот это вот шикарное заднее стекло, шикарные задние стопори, как они выделяются. Все диодное, все светится. Вот эта дверь, она просто нереально огромных, больших размеров. Сзади вот этот вот здоровый спойлер, акулий плавник. Заднее стекло плавно переходит в боковое заднее стекло. Вот эти вот грани. Колеса на него установлены. Размер даже не вижу. 235/50/18. 18 литые диски. Родные колеса, бесключевой доступ. Двери боковые, естественно, они сдвижные. Повторители в зеркалах заднего вида. 4 камеры. Сейчас покажем, как они работают. Бампер шикарный, передний. Шикарная решетка. Автомобиль, конечно, низенький, да, низенький. Но, блин, он смотрится просто офигенно. Фары идут линзованные, 3 линзы, ходовые огни, установлены сонары, 2 люка, камера, датчик предстолкновения. И это уже рестайл. Значит, давайте начнем с габаритов автомобиля. Длина автомобиля 4 метра 935 миллиметров. Соответственно, ширина 1850, ну и высота 1935. Масса автомобиля. Тоже, ребят, все зависит от комплектации. От 1850 кг до 2 тонн 250 кг. Мест в таких автомобилях. Все, опять же, повторяю, зависит от комплектации. От 4 до 8 мест. Объем двигателей от 2,4 литра до 3,5. Мощность двигателей от 150 до, представляете, 301 лошадиной силы. Прожорливость автомобиля от 5 всего до 11 литров за 301 лошадиную силу. Трансмиссия идет, вариатор. Также есть автомат, но автомат 8 ступеней устанавливается только на 3,5 моторы. Клиренс автомобиля от 115 миллиметров, но 115, блин, я даже не знаю, как ездить по нашим дорогам, до 180 миллиметров. Данный автомобиль, объем двигателя 2,5 литра. Давайте, наверное, будем начинать с багажного отделения. Здесь у нас что? Такая вот еще, напомню, по показу, хромированная накладка, спойлер, дополнительный стоп-сигнал, фарики идут диодные, также установлены сонары. Раз, два, три, 4 штуки. Дверь, она нереально огромная. Багажное отделение, как такового, да, его здесь, можно сказать, нету, когда третий ряд разложен. Типа, знаете, типа как в кейкаре. Пару пакетов, что-то можно поставить, и в принципе все. Сидушки, они убираются. Попробуем это сделать. Кстати, дверь задняя идет электро. Кнопку нажали, дверь закрылась. В автомобиле установлено 2 люка. Боковая дверь идет электро. Здесь 2 капитанских кресла. Ну, это такой бизнес-автомобиль с электрорегулировкой. Также очень удобно отдохнуть в дороге. Салон кожаный. Между двумя задними креслами столик и аж 4 подстаканника. Сяду туда. Значит, места здесь очень много. Когда в машину заходишь, удобная ручка, она как бы такая длинная. То есть можно и снизу взяться, и сверху взяться.
очень удобно заходить в автомобиль. Также еще одна ручка на водительском кресле. Вот, ноги, можно сказать, ну, можно вытянуть, да. Вот то, что я вам показывал. Сейчас мы попробуем это сделать. Получится здесь лечь или не получится? Ну, блин, это получается не машина, да, какая-то, я не знаю, кровать. Делай тут, что хочешь. И очень удобно. Ладно, значит, здесь все электро, напоминаю, ставим все обратно. Для задних пассажиров, что у нас здесь имеется? Пульт. Пульт, он спрятан в специальную нишу. Есть монитор. Монитор сейчас откроем, посмотрим, как он работает. Видите, какие японцы молодцы. То есть даже для пульта место придумали. И здесь у нас идет бардачок. Вот там какие-то полозья, знаете, я думаю, это бутылочница. Бутылки туда удобно будет ставить. Далее снизу у нас идет розетка. Розетка, какое-то видео, выход там AUX, еще что-то. И вход HDMI. Левому пассажиру, в принципе, все здесь то же самое. Дверная карта, показываю. По низу идет пластик, смотрите, что еще нашел. Вот чисто случайно, вот честно, я об этом не знал. Получается, как бы вот этот вот подлокотничек убирается, и здесь у нас получается подстаканник. Чисто случайно как-то вот, блин, локтем пихнул, оно так получилось. Дверная карта, снизу колонка, там бутылочница, подстаканник, что-то можно положить, хромированная ручка, естественно, электрический стеклоподъемник, дополнительная пищалка, вот практически под стеклом установленная. Вставка какая-то, здесь у нас идет кожаная вставка. И вот это, я так понимаю, родные шторки в автомобиле, тонировочка. Подняли. Так, неудобно мне это делать. Ладно, пускай она будет поднята. Также, значит, ионизатор воздуха, вот он выходит. Подсветка. Тоже, видите, колоночка вмонтирована вверх. Дуечки. Ну, естественно, здесь климат-контроль. Климат-контроль, он идет отдельный для задних пассажиров. Значит, монитор для задних пассажиров открывается у нас с пульта. Пытались его открыть, так не получилось. Кнопочку зажимаем. Выезжает сам дисплей. Все, поверьте, очень-очень удобно для задних пассажиров. Ну, блин, реально, сижу как дома в кресле. Также он и закрывается. Естественно, можно подключить там HDMI, короче говоря, видео посмотреть, музыку послушать. Я так понимаю, можно их связать с передним монитором, с монитором водителя. Монитор мы закрываем. Климат-контроль для задних пассажиров. Я уже говорил, то, что он идет отдельный. Вот оно, управление. Также обратите внимание, здесь идет подсветка. Она на неоновая, по кругу. Представляете, она регулируется. Вот она кнопка. Смотрите, видите, она меняет цвета. Наверное, вот так будет лучше видно. Больше, меньше. Очень удобно. Японцы все-таки молодцы. Ладно, сейчас залезем на третий ряд сидений. Ребят, чтобы залезть на третий ряд сидений, нужно, естественно, вот эти два кресла, либо одно, подвинуть вперед. Здесь лежит не родной коврик, поэтому если мы сейчас будем, короче говоря, вытаскивать мы его не хотим, я туда пролезу так. Так, смотрите, залезли мы на третий ряд сидений по месту. Вот сейчас вот эту сидушку мы подвинули до конца. Честно, места мне здесь мало. Вот, чтобы вы понимали, да, вот эту сидушку мы никуда не двигали. Сейчас пересяду на эту сторону. Вот, место, естественно, сразу стало больше. Из удобства для третьего ряда сидений подстаканники, также шторочка мы можем убрать, ручки. Сзади слышу, что-то поет мне в ухо. Вот она вот идет, колоночка вмонтирована на потолок. С правой стороны тоже идет колонка. Естественно, ремешки безопасности и два подлокотника. Также, значит, вот этот второй ряд сидений мы можем двигать из третьего ряда сидений. Здесь есть специальная штучка, вот она, потянули, все, кресло уехало вперед. Ну, это естественно, чтобы было удобно выходить. То есть второй ряд сидений электро у нас идет, это регулировка там для ног, да, чтобы было удобно ездить, ну и, соответственно, спинка вверх-вниз. Чтобы нам подвинуть сиденье вперед-назад, это только идет механически. Также еще
Ну еще просто посмотрите, посмотрите, сколько здесь места. Теперь я уже сижу на другой стороне. И вот идет какой-то воздуховод. Я так понимаю, что-то оттуда выдувается. Ну и давайте ракурс такой сделаем со второго ряда сидений на первый ряд сидений. Передние сидения, естественно, тоже они идут кожаные. Для водителя, для пассажира тоже предусмотрен люк. Но люк он полностью не открывается, как, допустим, люк для задних пассажиров. Ну и здесь тоже вот идет вот такая подсветка. И мне аж пришлось разуться, потому что здесь чистенько. Машина новая, 2018 года. Дверь тоже идет электро. Так, смотрите, третий ряд сидений, естественно, у него складывается спинка, и кресло по отдельности ездит. Ездит вперед, ездит назад, тем самым увеличивая багажное отделение. Будет уже не как в Хейкаре. Дальше, судя по описанию, третий ряд сидений, он у нас складывается как бы на бок и крепится этот с правой стороны, это с левой стороны. Честно, сейчас, блин, сидели тут минут 10, так и не смогли разобраться, как он ездит. Вроде там что-то надо выровнять, что-то нужно потянуть. Так не получилось. Дальше, смотрите. Под третьим рядом сидений есть у нас ниша. Тоже как бы такого неплохого объема. Туда мы с вами можем что-то положить. Допустим, в дальней дороге. Ну и третий подголовник. Как бы для третьего человека, хотя по факту там это, наверное, все-таки два человека, то есть автомобиль 1, 2, 3, 4, 5, 6-местный, но при желании, конечно, можно на третий ряд сидений усадить третьего человека. Открываем левую дверь, вот он и место пассажира. Давайте начнем здесь дверной карты, здесь более-менее удобно показывать, нежели на задних дверях. 50 на 50, 50% пластик, 50%, ну, можно сказать, кожа. Вот здесь идет, знаете, вроде как кожа, вроде как пластик, но если это пластик, то очень-очень мягкий, но скорее всего это идет кожа. Кожа здесь прошита ниткой, здесь вставочка идет такая двойная, она как вот по низу под хром, сверху даже не знаю, с чего она сделана. Снизу у нас подсветка, чтобы было очень удобно выходить с машины. Пенал, кармашки, что-то можно положить, подстаканник бутылочный. Кстати, обратите внимание, да, пол здесь неровный, то есть здесь присутствует такая некая подножка. Можно не сразу ноги туда не сувать, да, сначала наступить на подножку, потом уже залезть в автомобиль. А переднее сиденье также у нас с вами идет электрорегулировка. Естественно, спинки ездит вперед-назад. Сейчас посмотрим назад, она насколько отъедет. Вот она отъехала до упора. Ну и тоже под ноги, да, выдвигается такая штука. Сейчас посмотрим, как она работает. Вот, из удобств для переднего пассажира, в принципе, ничего такого нету. Я так понимаю, здесь должен идти, по крайней мере, двойной климат-контроль. То есть можно на себя настроить, памяти сидений здесь нету, просто электрорегулировка сидений. Бардачок как бы... И смотрите, бардачок, да, вот, японцы молодцы, вот автомобили премиум-класса. То есть он идет не пластмассовый, а он обшитый бархатом. Ну и все-таки вот все это дело выделяется. Здесь у нас ручка раз, ручка два, солнцезащитный козырек. Так, ну, я срывать не буду, он идет в целлофане, и он идет, здесь идет зеркало идет у нас с подсветкой. Вот, дальше, значит, ну, просто нереально огромный подлокотник, нереально огромный бардачок. Ну, и опять же, по месту, смотрите, сколько здесь места. Сейчас посмотрим, как работает вот эта вот штучка, да, которая выезжает. Не знаю, зачем она здесь. Ну, как-то для задних пассажиров, если честно, я пойму, да. А вот для переднего пассажира я не знаю, зачем это нужно. Вот, ну все, теперь остается место водителя. Так, ну вот смотрите, сели мы вдвоем. Оцените со стороны, сколько здесь места. Поверьте, я сижу в развалочку, мне очень-очень удобно. Так, завели автомобиль. Значит, что у нас здесь есть? Подогрев передних сидений, то есть водительского, пассажирского, также охлаждение. Отключение от антипробуксовочной системы. Холд, функция движения в городе, то есть можно не тормозить.
устанавливаете кнопку, и машина сама тормозит, держится в гору, с горы, тормоз держится. То есть не надо давить постоянно на тормоз. Ну, мультимедийная система большая, двойной климат-контроль, мультируль, Bluetooth управление компьютером, выбираем. Здесь, значит, у нас подогрев руля и отключение автоматики дверей, то есть задние двери отключаются, можно открывать также и механически. Ну и автосвет. Кнопка старт, стоп. И еще самое интересное, что здесь зеркало, встроена камера, и мы видим через камеру, а не знаю, зачем это так сделали. Но вот я ехал, мне было как-то неудобно и непривычно смотреть в зеркало заднего вида. Все время надо будет выглядывать, и пока не привыкнешь именно вот к этому зеркалу. Куча разных вариантов тут. Можно настраивать это зеркало, но это надо разбираться. Ну и, соответственно, управление люками, управление кнопка типа как вызывать аварийные службы, вот у них своя. Ну и включать, выключать лампочки в салоне. Ладно, дальше еще добавлю. Здесь получается у нас идет подогрев дворников. На руле у нас отключается кнопка датчик предстолкновения, датчик движения полосам. Ну и вот они, камеры кругового обзора, да, примерно как это выглядит. Дальше включаем заднюю скорость. Вот она. Ну, во-первых, понятно, про зеркало мы уже говорили, да, то, что вся информация сводится на зеркало. Вот она, вся информация сводится на центральный монитор. Вот изображение просто с камеры заднего вида, а вот изображение с камер кругового обзора. На круговой обзор сейчас. Вот она. То есть, поверьте, это как бы, ну, реально это очень удобно. Вот, в принципе, из каких-то там супер навороченных там пупер функций здесь ничего такого нету. Все обычно, все стандартно для такой машины, ну, для премиум класса, да. А еще мы не уделили внимания пробегу данному автомобилю. Скажем так, машину, не знаю, какой у нее настоящий пробег, но на одометре у ней нарисовано 1746 километров. Да, и посмотрите, какого плана, да, вот именно сам одометр. То есть на новом автомобиле смотрится все очень и очень даже замечательно. Кстати, музыка здесь стоит японская фирма JBL. Вот еще упустили момент. Смотрите, подстаканнички такие, они спрятаны под дуечкой, они выезжают. Кнопочку нажали, выехал вот такого плана подстаканник. Ну и со стороны водителя тоже такая функция есть, только он просто открывается. Еще по камере добавлю, можно включать отдельно передний обзор камеры и отдельно задний обзор камеры. То есть это все можно переключать. Тоже очень удобная функция. И все-таки вот еще раз скажем, да, про функцию подогрева сидушек. Понятно, то что практически везде они есть, но охлаждение сидушек, поверьте, есть не на всех японских автомобилях. Также, что касается вот этой панели, здесь у нас идет вот такой сдвижной бардачок, он тоже внутри обшитый бархатом. Здесь идут два подстаканника. И обратите внимание тоже, какого плана ключи. То есть на ключах есть все. Есть кнопка открывания задней двери, боковой двери, сет. Ну, естественно, открыть-закрыть. Фирменные тойотовские ключи. Вот такого. Вот также они. Можно достать ключ, если машина сел аккумулятор, и открыть механически. Ну, как во всех автомобилях. Но ключ, конечно, серьезный. Прям такой солидный. Вот он, сам моторный отсек. Здесь все нереально просто блестит. Двигатель уже говорили 2,5. Трансмиссия установлена, здесь вариатор. Напоминаю, автомат идет 8-ступенчатый, только на моторах объемом 3,5 литра. Ну еще не помню, говорили, не говорили. Для водителя установлена память сидений. То есть здесь есть три положения. Три положения, допустим, нажимаем 2. А там ничего не запомнено, да? На 2, нажали 1. Тоже ничего нету. Хорошо, давайте проверим, как она работает. Я сейчас сидушку отодвигаю назад. Вот на единичке точно знаю, что что-то было установлено. Отодвинул назад, поднял ее наверх. Что еще можно сделать? Спинку. Спинку откинул. Теперь жмем на единичку. На единичку нажали, и все, смотрите, она, сидушка, поехала автоматом. То есть почему-то все-таки
одно место было заполнено. Ну, короче говоря, японец ездил вот в таком положении. Вон, видите, грузовики сзади поехали. Не включая камеру заднего вида, видим все это в зеркало. Ну и что касается подстаканника водителя, вот он тоже такой, как бы, знаете, незаметно спрятанный. Крышечку отодвинули. Что, не фиксируется? Фиксируется. Поставили и поехали. Еще хотелось бы добавить то, что передняя панель, да, друзья, она кожаная. Прям, блин, вот не пластик, да, а именно кожа. И она просто очень огромная. У меня даже, вот поверьте, даже не получится, как бы я ни пытался, дотянуться рукой до лобового стекла. Также забыли сказать, то, что на данном автомобиле есть еще круиз-контроль. Но вот по круиз-контролю, да, здесь точно сказать не можем. Как бы нужно проверять, нужно узнавать. Есть круиз-контроль активный, есть, грубо говоря, пассивный. Я думаю, автомобиль 2018 года, вот они, датчики, напоминаю, стоят. Датчики при столкновении, движение по полосам и, возможно, круиз-контроля. А есть круиз-контроль активный, есть круиз-контроль пассивный. Но... Так, уже повторялся, ничего страшного. Думаю, все-таки на автомобиле 2018 года круиз-контроль будет активный. Друзья, еще не сказали то, что зеркала заднего вида встроены датчики бокового обзора, грубо говоря, датчики слепых зон. Вот, на этом будем с вами заканчивать. Пока мы учимся летать на дроне, поэтому если что-то там как-то получилось не особо, сильно не ругайтесь. Вон он где-то там в небе летает вертолет. Будем учиться, дальше будет больше. Вот, ну еще раз показываем вам внешний вид данного шикарного автомобиля Toyota Wildfire. Стопарики горят. Давайте сейчас еще, наверное, дальний включим. Надо включить все, что можно. И аварийки тоже. Пускай на красоту посмотрят. И колесик еще вывернуть. Вот чуть-чуть влево для красоты. Вот, вот так вот. Смотрите сбоку на данный автомобиль. Обратите внимание, поворотники, да, как они мигают. Шикарно. Мне очень понравился автомобиль. Особенно мне понравились задние кресла. Ездит там как король. Блин, ну это нереально круто. Я думаю, новый владелец данного автомобиля будет доволен покупкой. Кстати, реально он один продается такой. Смотрите, задняя часть автомобиля. Не забываем подписаться на канал, ставить лайк, пишите комментарии. Давайте сделаем какую-то активность на канале. У нас обзоры непростые, не так, как у всех. Мы простые ребята, снимаем как можем. Ладно, на сегодня все. Всем пока.